Февраль 2019 год. Запорожская область, Запорожский район. С дорог слазит наш асфальт и обнажает старую имперскую мощенную дорогу, построенную еще немцами-меннонитами во времена Российской империи. Скоро весь асфальт послазит, и будут местные ездить по вот таким вот мощеным булыжным мостовым. Дорога была эта построена, выложена булыжниками более 100 лет назад, еще до революции.